Привет, друзья! С вами Василиса. Сегодня мы находимся в аутлете, дизайнерском аутлете. Я хочу вас с ним познакомить. Были мы в прошлом году здесь, я не снимала. Если честно, Михаил Портнов снимал, мы здесь с ним встречались. И просто покажу вам этот сам маркет. Магазин особенно заходить не буду, но, в общем, в принципе, информация интересная. Ну, а сегодня мы с вами приехали в дизайнерский аутлет, который находится под Венецией. Он очень достаточно большой. Сейчас посмотрим мы карту. Вот она карта. Поставили туфельку здесь очень такую прикольненькую. Кейс-марки. Очень много марок. В том году мы здесь встретились тоже с блогером из Америки. И такой мы сейчас хикали, ехали, что может быть опять с ним встретимся. Может быть, он тоже в этом году приехал сюда. Все-таки покажу вам цены. Зашли в магазин Nike. Кроссовки классные. 30% скидка. Вот смотрите, кроссовки 50. Nike Air 80 евро. Минус 30% сейчас. То есть, ну, я вам покажу мужское, но детское то же самое. Ну, вот, 85. Nike Air. Минус 30%. Это классные очень цены. Поэтому здесь много народу, которые смотрят вокруг, да. И прям поджмут это что. Ну, попробуй другой. Вот мы вышли, Фур, Лабос, в общем, здесь все марки, даже смысла никакого перечислять просто нет. Везде, кстати, не поставили, не было этого. В прошлом году гондола была, в этом году всякие часики, сумки. Майкл Корс вот здесь я нашла. Присели попить кофе, в общем, ну реально здесь так прям классно. Не могу даже объяснить, здесь вот люди даже просто приходят и релаксируют. Вон цветочки какие, Ярик спрятался у меня, цветочки. Ну что, сколько? О, макароны! А сколько заплатил? Они варят. Ну, примерно. Макароны! А, все, маме не достались, понятно. Маме одна, это мама. В общем, мы дошли до этой гондолы, где мы встретились с Михаилом Портновым. Михаил Портнов, где мы встретили Михаила Портнова. Вот, именно здесь, на этом месте, я слышала родную речь и мужчину с камерой. И когда я обратила на это внимание, то, конечно же, обалдела, потому что это был Михаил Портнов. Да, это было мега круто. Ну, в общем, что сказать, скидки не огромные. Не сказать, что там обалденные какие-то скидки, но, в принципе, может что-то выбрать, можно посмотреть. Конечно же, рубль сейчас конкретно упал, но, тем не менее, ну, не знаю, сумку за 100 евро можно вполне спокойно купить, приличную, современную, красивую, кожаную. То есть, ну, 100 евро, понятно, раньше была одна цена, сейчас другая цена, но, тем не менее. Вещи, то есть, в принципе, нормальные здесь цены, могу посоветовать вам этот марки, да, но я не... Ярик забрался. Но я не могу вам сказать, что... Ну, я не заходила в все магазины, потому что, ну, цены снимать как-то вот не очень, по-моему, в этих маркетах разрешают. Ну, в общем, на мой совет, можете сюда ехать и спокойно здесь тусить. Кстати, такой магазин 34 евро, да, то есть по сравнению с другими марками. Алкот какой-то такой магазин 12 евро, ну, цены реально... 9 евро, да, даже удивили меня. Примиги, детский магазин, там, кстати, обувь прикольная. Ну, тоже цены такие, ну, как бы, не знаю, сейчас переводить Ботега, сейчас переводить, то цены приличные. Левайс, я не заходила в Левайс, сейчас, может быть, зайдем. Зашли в магазин Велерой энд Бош, и я вам сейчас покажу цены. Цены, в принципе, ну, вот дорогая коллекция, да, 12-15 евро скидки есть. Ну, да, детские, понятно, я, кстати, на детские смотрю. Вот самая дорогая 35 евро. У нас, кстати, недалеко есть город Зельб, там тоже есть Велерой энд Бош. Мне подруга говорила, 33,8. А, вот это 83, да. 38, 33, есть, кстати, 14. Ну, в общем, цены такие достаточно нормальные вообще цены. Белую не буду смотреть, белая ничего интересного. Базы 44 евро. А вот набор 103 евро, полный набор всяких... разных таких этих наборов. Смотрите, какая прикольная штукенция сзади меня. В общем, весь магазин в этот раз сделал вот такими вот штуками. Если вам нравятся такие видео, ну, в принципе, видео-то ни о чем, я прекрасно это понимаю, но заходить в каждый магазин просто нереально. В общем, ну, естественно, мы сюда приехали что-то покупать и смотреть. И, в общем, да, так что пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всего самого наилучшего. С вами была Василиса. Пока-пока!